Самка. Самка? Да, коза. Откуда ветер? Вот из-под ветра оттуда. Так, ветер. Если ветер оттуда, то надо отсюда идти. Но сейчас еще раз убежусь, что это козлик. Забирать, когда заедем, там оттуда аж на поле. Да, вроде бы есть небольшая рожка. Тем более от ветки чесался. О, чешется. А ты он тут за полосой кустовый? Вот в лохчине видно канава. Угу. За канавой. И вот на том поле слева от зеленки. Угу. Слева от зеленки. Около леса. Около кустов. Бобры плюхаются. Приплюхаются. Дождись, пока боком станет. За ветки заходят.
нормально должен видеть его уже. Попадание было. Все, лег. Попал? Да. Так, держим путь, ориентир. Вон туда, вот на эти деревья. Так. Вон лежит. Вон слева лежит. Есть кровь. Заход в лес. Две пули по месту. Пришлось срочно добивать. О. Ну вот, был добыт козлик, не трофейный. Вот такие вот рожки. Ну что, с полем меня? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем привет! Апорт! 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 Бекас. Апорт! Две! Вот так вот, высоко. Ай, красиво как!